В общем, молодой ютубер, который пытается развиться. Если посмотреть первое и последнее видео, можно заметить, как изменилась графика. Ладно, появилась интро, монтаж и так далее. Парень снимает как соло-игры, так и кооператив. Можете пройти по ссылке, подписаться на него, поставить лайк или дизлайк, или же написать ему в комментах о том, как ему улучшить контент, чтобы вам было лучше его смотреть. Вот. Продолжаем страдать херней. Что такое? А, ментовский беспредел. Настало время поиграть. Ку-ку. Ку. Ку. Ку-ку, блядь. В принципе, их не обязательно убивать. Главное не ломать нижнюю доску, и тогда он не сможет пройти. И, твою мать, бежим. Свалил с дороги в мусор. Черт. It seems not right. Окей. 180 на ускоп. Как же я ненавижу эту сцену с поездом. Но больше я ненавижу тебя. Куда пошел щегол? Стоять бояться, мразь. Чтобы скипнуть эту сцену, нам придется лишиться девственности с этим мусорным баком. К сожалению, заниматься совокуплением мы будем очень часто. А может и к счастью. Когда нам удалось забраться на эту невидимую стену, мы можем пройти по этому тоненькому невидимому бордюру, с которого очень легко упасть. Нужно лишь все это правильно... Нужно лишь... Да, блин! Эх, как же ты меня заебал. А еще и хп отняла. Зашибись. Если я сейчас не смогу пройти этот момент, то я просто снесу эту игру. Неужели? А, ну конечно. Люблю поезда. Оказалось, что мы с вами слишком быстры, из-за этого мы спровоцировали совокупление двух поездов. В общем, они застряли друг в друге. А вместе с ними и я. Черт. Так. Тихо-тихо, направо. Тихо-тихо-тихо, налево. Ура. Кому нужны лестницы, когда есть коробка? С Новым годом, с новым счастьем. Смотри, что могу. Я вхожу в тебя. Итак, ящик. Я думаю, мы отлично с тобой сработаемся. Здорово, ребят, я тут проездом. Кратко говоря, все мои близкие отношения с ящиками привели к тому, что мы пропустили парочку триггеров и пошла нахуй, они живы. Этому парню, видимо, было слишком весело на Новый год. Останусь тут ждать остальных. Да мне насрать. Кстати, эти бочки нельзя взорвать до того, пока уже зажженная не взорвется. Сраные скрипты. Чё-то не хочу я их подрывать. Пройду просто вот так. На, поешь покрышку. Ха, не ожидали, суки? У меня реакция тигра. Ставь плюс в комментариях, если тоже не решаешь эту головоломку, как задумал разраб. Е-бой! Тут я должен вставить какой-нибудь комментарий, но не вставлю. Я просто сокращу полуровня. Изи! Тебе надо уйти до того, как тебя начнут искать. О, черт! Слишком поздно! Пришло время валить отсюда. Я успею. Я успею! Ребят, давайте жить дружно. Дай мне автомат. Один хп. Читак, аим, ВХ, репорт, блядь.